Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня был на почте, я забрал посылочку, в которой находится весьма и весьма интересный нож. Сейчас буду вскрывать вот своим малышом. Весьма и весьма интересный нож. Это нож Андрея Владимировича Умерова. Он мне написал уже давным-давно. Говорит, я сейчас занимаюсь новым каким-то там рецептурой нержавеющего булата, возьмешь как бы на проверку или нет. Я, естественно, не мог отказать. Я говорю, конечно, возьму. И вот сегодня, через 8 дней, посылочка доставила, хотя он быстрее доехал, но я только что сегодня забрал. Чем интересен этот нож? Андрей Владимирович Умеров скинул мне состав этого стали, с которой он делал этот нож, и он довольно-таки весьма интересный. Ну, я как думаю, на мой взгляд. Это нержавеющий булат, в котором присутствует 6% ванадия, 5% молибдена, 13% хрома. Ну, еще плюс какие-то там добавки, еще чего-то там, не знаю. Термичку сделал здесь, по-моему, кто-то его из знакомых. Твердость 64 единицы. Здесь присутствует информационный листок с синей печатью, что это нож не является холодным оружием. Нож М1, что ли, такой. Ну, я потом посмотрю, чуть-чуть увеличу бумажку и распечатаю, покажу вам, как говорится, когда буду делать обзор, тест и все остальное. Вот такой вот нож. Смотрите. Рукоять африканский махагон. Лазерная, сделана лазерная насечка, чтобы не скользил. Ножны. Ну, такой уже как бы рукоять, когда берешь это, чувствуешь. То есть уже сразу рукоять похожа на предыдущий экземпляр, который довольно-таки хорошо себя показал в работе. Ну, а теперь тот новый нержавеющий булат. Вот такая надпись. Тигельный нержавеющий булат. Город Златоуст, клеймо. Так, ну, в общем, вот такой серьезный рукоять. Здесь такая очень мощная. Давайте пробежимся по ТТХ. Кому интересно, я сейчас сделаю чуть-чуть, наклоню камеру. Удлиню вот так, чтобы он был в кадре все время. Итак, общая длина 260 миллиметров, длина клинка 135 миллиметров, рукоять 125 четких, ширина клинка 28 миллиметров, толщина в районе больстера 3,3 миллиметра. Ну что ж, размеры довольно такие нормальные, вполне рабочего ножа, без претензий на какую-то тактичность. Нож заточен. Так, вот как его точили, ну, надо будет смотреть. Вот такая вот заточечка. Так, сейчас, секундочку. У меня, наверное, нету здесь газетки. Или есть газетка? Скорее, наверное. Вот, есть. Нашел. Листочек, на котором мы все время проверяем. Весьма и весьма. Чувствуется такая прям агрессия реза. Ну что ж, будем смотреть, как он поведет себя в работе, что покажет нам тигельный нержавеющий булат с таким химсоставом, который там сделал Андрей Владимирович Умеров. Смотрите, какая смотрится рукоять, какая-то все лазерная насечка. Типа оружейный.
Ну, такая вот реально классная штучка. Вообще нож достаточно удобный. Уже сразу, когда берешь в руку, то есть уже как бы для работы, для любой работы, для любой, для вспарывающих движений, для секущих на себя, для вспарывающих от себя, здесь как бы все четко, то есть рукоять довольно-таки объемная, и она полностью заполняет ладонь. То есть первое впечатление очень даже классное. Ну что ж, впереди будут испытания. Смотрим, какой результат нам покажет этот булат. Режем канат, строгаем рог, строгаем древесину, проводим какие-то манипуляции с ножом. Потом точим, я буду точить его, скорее всего, что, наверное, абразивами. И посмотрим, как он протачивается на этой твердости карбидом кремния. Ну, в общем, это у меня так пока мысли, но там уже видно будет по ходу, как говорится, пьесы, что там нам и как покажет. Ну, весьма интересный нож. Тем более химсостав, ну, как бы располагает хорошей работе и хорошим, как говорится, механическим свойствам. Ну, будем смотреть. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Не переключайтесь. Скоро будет продолжение по данному ножу. Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, давайте посмотрим, как поработает нерж Дамаск Андрея Владимировича Умерова с очень интересным химсоставом, который здесь присутствует. Это 6% ванадия, 5% молибдема, 13% хрома, еще какие-то примеси, и твердость здесь 64 единицы. Заточка здесь от мастера, который изготовлял нож, полностью работа Андрея Умерова. Я его не перетачивал, нож ничего вообще им не брал, не делал. Ну, вчера, естественно, я его рассмотрел, режущую кромочку. Я понял, что точили на алмазном диске, круге. И потом, наверное, чуть-чуть залинзовали на пасте. Написал Андрею Владимировичу, да, действительно, он говорит, я не заморачиваюсь заточкой, то есть заточил на глазок. Какой угол здесь неизвестно. Главное, что он говорит, острый, режет. И так хорошо. Ну, давайте будем смотреть. Никаких проблем нет. Начинаем. Попробуем сейчас порезать канат. Сколько он отрежет. Вообще этот булат, это какая-то новая плавка, что ли, у Андрея была. Ну, в общем, будем смотреть. И потом, естественно, переточим. И посмотрим уже, как говорится, после переточки его, как он будет резать, как он будет, у него механика, удержание РК и, в общем, все остальные, как говорится, методы испытания. Итак, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну что ж, вполне, вроде как и неплохо.
50 плюс. Вот этот участок не особо хорошо проточенный, либо там заусенец остался. Так, давайте попробуем, как будет ощущаться в руке именно вот это. Давит, давит в руку. Надо подкладывать. 50. 50. Так, что там у нас? С неохотой. Нож еще как-то там пытается прорезать, но что-то пока. Давайте попробуем еще раз 50 отрезать и посмотрим. Так, по рукоятке. Рукоять вот именно в руке она ощущается очень хорошо, но при сжимании, сдавливании вот эта часть почему-то начинает наминать ладонь. Спинка рукояти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, в общем, 150 раз отрезали. И на этом, я думаю, можно остановиться, потому что он уже режет с трудом, бумагу начинает махрить. Но, кстати, я вам должен сказать, что именно вот я работал без кожи, рукоять вообще в руке не скользит. То есть, если когда ладонь ее обхватывает, здесь уже шансов, что она куда-то сдвинется, нет никаких. Но еще надо попробовать, как она будет в мокрой руке. Но вот именно в таких хватах, то есть когда берете, здесь уже никаких. Ну, здесь еще, смотрите, режет. Ну, уже острота какая-то есть.
Ну, в общем, думаю, канат мы переснем после переточки. Давайте сейчас займемся, построгаем, что нам покажет строгание. Паркетина, и должен чуть-чуть сейчас приближу, наверное, должен вам сказать, что весьма хорошо строгается дуб, вгрызается очень агрессивненько и очень хорошо. Так, ну что ж, теперь клен-то мой опавший. Тут смотрите, как вообще офигеть. Очень. Строгает она, эта железка, очень даже и очень. Так, ну а теперь давайте возьмем рог. Сейчас мы сделаем вот таким вот образом. Я вот так отмечу участок, который буду строгать. Рог. Никаких изменений на РК нет. Проверяем. Где-то вроде как подтупился чуть-чуть. Давайте попробуем пройти только пасту и посмотреть, какой будет результат. Результат. Нож хорошо набирает остроту. Так, а мы попробуем канатик. Ну да, агрессивненько это грежет. Давайте после еще раз на пасте пройдем. И попробуем. Особых никаких повреждений на РК нет. Так, ну что ж, первый вопрос, который будет задаться моими зрителями в WhatsApp, в Viber или еще где-нибудь: банку открывает или нет. Давайте попробуем, что же нам делать-то. Так, где у нас? Ага. Сейчас сниму. Кукуруза Бондюэль.
Сейчас посмотрим, насколько. Понятно, что это небольшая банка. Да, вот до этого момента где-то именно режущая кромка работает. Здесь я уже прорезал. Так, вот так вот выглядит баночка. Выглядит банка. Вот так. Показываю режущую кромку. Покрытие, ну, травление чуть-чуть потерлось, естественно. Визуально я ничего не вижу. Вот этот участок где-то затирает. Ну, наверное, все-таки есть. Сейчас я посмотрю в лупу. Да, есть. Маленький один или два таких маленьких микроскопичных заминчика. Давайте попробуем, я их уберу на пасте. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Есть, значит, надо прибегнуть к помощи. Ну, вы сами все увидели. Ну что ж, могу сразу сказать по первым впечатлениям, что железяка довольно-таки интересная. С банкой справилась очень хорошо. На роге. Никаких проблем с режущей кромкой нет. Явного эффекта какого-то супер затупления нет. Ну, понятно, что где-то там после рога где-то подмялось, еще что-нибудь. Я думаю, что вот этот способ, косточка быстро восстанавливает в течение короткого промежутка времени, возвращается первоначальное состояние, нож снова становится в работу работоспособным. Стреляет он просто класс.
Ну что ж, весьма и весьма интересная сталь, которую придумал здесь Андрей Владимирович. Ну, я не скажу, что она там супер, может, лучше, чем какая, чем какой-то порошок, хуже, лучше, по механике, может быть, там есть, может, и покруче какие стали. Но, тем не менее, если брать в нише Булатов, то весьма и весьма хороша. Никаких проблем пока с ней нет. Ну что ж, теперь я ее переточу, эту сталь, этот клинок, вернее, переточу, на этот же угол выведу. Точить буду, скорее всего, карбидом кремния. Посмотрю, как будет работать карбид кремния на этой стали. Вот, я думаю, что карбид кремния даст довольно-таки хорошую агрессию на булатах. Именно сам по себе булат еще хорошо режет. Вот, в целом нож очень даже достойный. Сегодня я позвоню Андрею Владимировичу, узнаю, сколько он стоит, если что, нож будет в продаже. Вот. А сейчас буду настраивать, как говорится, аппаратуру, буду точить. Но это уже, как говорится, съемки, будет вторая серия после этого. Но то, что я пока увидел, вполне хороший результат. Вот такие вот царапки остались после банки. Ничего там какого-то там критичного нет. Все в порядке, как и должно быть на рабочем ноже. Ну что ж, до следующих встреч. Всего доброго. Пока-пока.